Здравствуйте, меня зовут Екатерина Голдина. Вы смотрите программу «Афиша» на телеканале «Самара ГИС». Рабочая неделя позади, наступают долгожданные выходные. Как провести их культурно и с пользой, я расскажу прямо сейчас. В субботу музей-галерея «Заварка» приглашает самарцев на таинственную экскурсию при свечах. Вы узнаете, кем был владелец дома Михаил Дементьевич Мыштаков, что такое доходный дом и кто в нем жил. Гости смогут заглянуть в самые потайные уголки здания, узнать, что такое домашний уют и как жилые дома могут со временем превратиться в музеи. Приглашают взрослых и ребят старше 5 лет, поэтому на экскурсию можно отправиться всей семьей. Начало в 17:30. В каминном зале детской картинной галереи до 17 марта открыта выставка новой коллекции эксклюзивной куклы особняка Клотта «Город и горожане» авторства Ольги Бакановой. Главной темой этой коллекции стало сочетание различных стилей города, показ типажей из разных самарских сословий начала прошлого века. На выставке знатная горожанка в платье для прогулок стоит рядом с черным гусаром, точильщиком ножей, городовым и горчишником также, как прототипы этих кукол когда-то жили по соседству и вместе определяли образ и характер нашего города. Вы можете посетить выставку самостоятельно или записаться на групповую экскурсию. Подробности и точный график работы музея можно узнать на странице галереи ВКонтакте. 20 января театр «Самарская площадь» ждет зрителей на новую постановку «Фанатки». Премьера спектакля состоялась в конце прошлого года и собрала полный зрительный зал. Действие сюжета происходит в эпоху 90-х и рассказывает о трех девушках, мир которых состоит исключительно из поп-музыки и любви к их кумиру, певцу Юрию Космонавту. Легкий и искрометный спектакль, полный музыки и комедийных диалогов, точно поднимет настроение. Начало в 18:00. 21 января в 13:00 Библиотека народов Поволжья приглашает детей и взрослых на семейные занятия «Музыкальные истоки». Участников ждет увлекательное путешествие в древние времена, когда музыка только зарождалась. Вы узнаете, где появилась музыка, как она могла звучать тысячи лет назад и какими были первые музыкальные инструменты. Вход свободный! На этом у меня все. Выбирайте то, что больше по душе, и отправляйтесь отдыхать. Всего вам самого доброго. Увидимся на следующей неделе.